Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы, всадники и олуха. 19-й день, и 80 миллионов рыбы я забрал. Так, сегодня событий нету, я просто хочу, друзья мои, набить вот здесь вот паки для открытия. То есть, чисто для этого сделана будет сегодняшняя серия. Так что, если кому-то не интересно, можете сразу закрывать этот видосик. Так, событий у нас никаких в ближайшее время не будет. Новые сезонные события. Получайте новую сезонную валюту и обменивайте ее на эксклюзивных драконов. Ух ты. Так, это что за яйцо? Что-то знакомое, ребят. Это громорог. Редкий. Что-то я не помню. У меня, по-моему, громорог редкий есть. Да, заодно мы тут ресурсы пособираем еще. Кстати, а сколько у меня он? Так, 37, маловато, конечно, маловато ты мне приносишь железо. Будем честны. Так, давай-ка, наверное, пока у нас Беззубик никуда не улетел, попробуем оборону олуха сделать. Уже 68 уровень оборонки у нас идет. Раз, два, три. Благо, пока идет все успешно. Ну что, к бою. Наверное, как всегда, потеряем ключик. Ну, ключик один, это ладно. Ой-ой. Корабль вон там основной. Это нам надо как-то вдоль бережка, наверное, двигаться. Да, именно вдоль берега. Ну. Так, хватает мне еще на одного ветрокрыл, давай. Естественно, чем быстрее мы разберем эти лодки и корабли, тем будет лучше. Ай-яй-яй, кто-то бомбит. Какая лодка? Вот она. Срочно ее гасим. Молодцы, красавчики. Так, следующий полетел. Ну да, один ключ неизбежно просто потеряется у нас. Ну куда ты полетел? Ну вот. Ай. Ну зачем вот этот вот полетел, куда его не, вот куда его не просили? Ладно, фиг с ним. Отойдем. Потому что этот доставал до нас, поэтому мне пришлось отвезти. Их ветрокрыл. Ой, водорез. Летит. Блин, нам нужно успевать, чтобы хотя бы два ключа осталось. Есть. Да, ребята. Прошли мы и это событие. Все отлично. Один ключ потеряли. Но я не знаю, насколько должны быть мощно прокачаны драконы, чтобы просто вот за этот период времени убить сразу же крейсер основной. Я не знаю. Так, ну что, мы сейчас это спокойно сможем его отправить. Заберем награды. Ох, 45 рун. И... рыба. Так, Беззубик, а вот теперь ты у меня полетишь. Ну, как обычно. Ты этот топорик мне специально не хочешь давать последний? Я не могу понять. Я уже сколько его пытаюсь добить, и все никак не уходит. Все он никак не хочет мне его принести. Так, давай посмотрим. Что здесь нам достанется? Выпадает 4 руны. Дальше. Барсик, что у тебя там? Понятно, полетел. Кривоклык тоже полетел. И Грамгильда. Грамгильда нам приносит тусклый янтарь. Так, ну что, с этими гавриками вроде бы разобрался. Всех отправил. Все пределы. Теперь давай-ка откроем, наверное, паки бесплатные, которые тут есть. Загадочный набор. Крылатый ужас, громобой, шепот смерти и ресурсы. Да, конечно, отказаться. Монетки. Монеты нам пригодятся потом, чтобы ресурсы собирать с этих ящиков. Все, да?
Такс. Бремя гнильца. 83 уровень. Так, соточку он мне принес. Соточку он принес. И сколько? 630 нужно, да? 630 древесины. Сейчас попробуем насобирать ее. Так, еще надо немножко. Кто у нас там древесину? Оп. Так, теперь мы отправляем еще за соточкой. Так, это будет уже 390. 390 у нас уже есть. Так, пускай летит за рыбой. Теперь вопрос, что-то я хотел. Я хотел, по-моему, вот этого прокачивать. Точно? Точно я его хотел прокачивать или что-то другое? А, блин, я не помню. Я говорил, что мне нужно... Мне нужно железо. Много железа. Блин, а вот для чего из головы вылетело? По-моему, кто-то у нас должен прокачаться. За счет железа. Так, давай вот эти вот бусы возьмем. Так, тут 30. Это кревет у нас. Вот не помню, хоть убей, а. Вот не помню. Так, шторморез, может быть, начать уже потихоньку прокачивать. Или что мне с тобой делать, даже не знаю. Так, давай за древесиной. За древесиной и... За древесиной. Ну, наверное, я все-таки его хотел прокачать. Сбор недоступен, но нам нужен дракон 112 уровня. Поэтому, ребят, только из-за этого я его туда отправил. На прокачку. Как бы других вариантов все равно у меня нету. Так, давай-ка сезоночку будем открывать. Сейчас первая награда у нас будет. Пошли за второй. Так, и вот здесь еще еженедельная. 50, чуть-чуть нам не хватает, да? Опа, сухой док. Сухой док, как... О, вот он как выглядит. Вот сюда мы его поставим. Замечательно. Так, а что тут у нас по улучшениям? Так, новое максимальное число викингов 6800. Требования. Улучши драконов 15 штук до 112 уровня. А у меня только лишь один, да? Ну, в общем, тут понятно, что нам надо прокачивать. Без прокачки, ну, просто никак. Естественно, прокачивать нужно самых-самых простеньких. То есть вот этих вот самых легких. Они, во-первых, требуют не очень многое. Ох, ничего себе, не очень много. 450, нифига ты, блин. Да жестко это. Это, конечно, очень жестко. Столько. Ну, ресурс, ребят, тут выбор, либо-либо. Тут больше никак. И причем я тебе скажу, что это еще все равно не максималка. По максималочке они тут будут, ух, жестко выплять. Так, ну ты-то будешь в конце концов у нас прокачиваться или нет? Нет, а он не хочет. Вот не хочет и все, ну уперся. Как баран. Лети. Иди прокачивайся. Это такой мелкий там. Так шустро двигается. Кстати, мы можем открыть территорию?
3500. Нет, мы можем открыть территорию, но мы хотели вроде бы как бы копить на наездника нового. За 9000. Будем копить. А что делать? Быстро все не сделаешь, конечно же. Так, ну что, теперь, я думаю, можно спокойненько отправляться за паком вождя. Может быть, даже два пака вождя, да? Получить, раз уж такая песня пошла. И, конечно же, будем ждать новых событий. Скалотряс. Наверное, с него начну, пожалуй. Блин, ну вот плохо, что он мне броню-то здесь понизил. Вообще плохо. Еще и атаку понизил, блин, зашибись. Красавчик, и броню, и атаку. То есть он как беспомощный сейчас у меня получается. Этот живоглот все кусается. Понимаешь, сейчас будет... Не, пока еще нормально, но в ближайшее... Блин, сколько-то времени мощная атака прилетит. Пока барсик, жаль. Промахнулся. Прикинь, он промахнулся. На! Слушай, возможно, здесь будет победа за нами, кстати. Есть такой шанс. Хиляемся. И... Кусаем. Блин, ну не добиваем, к сожалению. А вот теперь все, теперь ему кранты. Так, вот она следующая команда, и музло вообще пропало. Полностью. Ну что, я, наверное, сделаю вот так. Хотя, в принципе, ребята, барсика надо было уничтожать в последнюю очередь. Потому что он особого вреда как бы нам не приносит. Вот этот и вот этот, да, эти... Еще те супостаты. Блин, ну понятно. Понятно, что он делает. Попробуем сделать так. Здесь просто укус. Ну, с Бориска все, можно распрощаться. Он не жилец. Теперь, если мы, например, сделаем вот так. Будет делать суперудар? Отлично, ребята, вовремя мы его в слепоту вогнали. Тут добиваем. Фига он шустрый. Как это он так? Это повезло. Ты представляешь, если бы мы его в слепоту не взяли бы, он первый бы заряд бы влупил бы нам бы, да? И вот второй. Офигеть. Да, и причем он бомбит довольно некисло. Ну, благо у нас все получилось здесь. У нас очередной поединок. И я смотрю, здесь Костолом, Сарделька и Громорок. Ну, тут все понятно. Начинаем, естественно, с шустрых. Громорок у нас будет очень быстро и легко разбираться, а уже дальше... Посмотри, как Сарделька, а? Влупляет. Просто двумя атаками почти половину здоровья отнял у барсика. Еще и этот летит. Ха! Серьезно, что ли? Ну, молодец. Хорошо, что ты промахнулся, парнишка. Так, дальше, пожалуйста, держи. И нам будет счастье. Так, понижение сразу брони. Ай-яй-яй. И все в барсика метят. Сарделька, наверное, добьет, да? Даже вот так вот. Почему-то не захотел он добивать барсика. В принципе, это большую ошибку он сделал. Но этот сейчас будет глушить. Лучше бы, конечно, он промахнулся бы еще разочек. И все. Но не в этот раз. В этот раз никакой промашки не было. Так, залечим. И добьем. Вот и все. Так, друзья, ну как вы видите, три обычных пака. Я говорил уже давно, что не везет нам почему-то в последнее время на паки. И пак вождя. Шторморез, Громорок, Барс и Вепрь. И все? Всего, ребята, три дракончика дал мне, прикинь. Что-то они вообще тут жмотами стали последними.
Так, ну что, начнем с шустрого, да? Вот с этого пристеголового, я думаю. Нам нужно быстрее его расклепать, потом будем уже браться за чудовище. А барсик, как говорится, нас пока не колышет вообще никоим образом. Ага, прекрасно. Сейчас что-то будет. Да, мы потеряем дракона, вот что будет. Офигеть, он, конечно, полыхнул своим пламенем. Сейчас еще раз повторит. А ну что, этому ханарику крышка. Погнали. Раз, два. Раз. Пускай бегает в слепоту, как говорится, бомбит. А мы его так не спеша, потихонечку, да? Ласково, так сказать. Будем уничтожать. Прыгать, дергать, что там. Все, добивка. Ну что, ребята, очередной поединок. Ага. Слушай, это, по-моему, такой же, как был перед этим. Один в один, только поменяли местами барсика и вот этого пристеголового. А так те же самые драконы. А, здесь кривоклык, а там был у нас ужасное чудовище. Все, я понял. Ой-ой-ой-ой-ой, огонь. Смотри-ка, что творит, а? Блин, замедлил, плюс еще специальные возможности отменил. Блин, он у меня даже не успевает сходить. Кривоклык просто не успел сходить, его уничтожили. Просто пропустил свои ходы все. Ладно, этот барсик один тут не справится против нас. Вообще никак. Дергается что-то как паралитик. Ну что, добьем его, наверное, сейчас. До свидания. И последний, надеюсь, на сегодня поединок у нас. Давай тогда с тебя и начнем, раз такой шустрый, хитрый. Кревет. Кревет что-то там хочет. Ай-яй-яй. Блин, что такая команда-то? О, нифига себе, 21 уровень, я только сейчас увидел. Нифига себе, ребята. Да, это трындец. Он распечатает. Он мало того, он еще и... О-хо-хо-хо. Тут все по ходу дела. Тут по ходу мне кранты. Чуть-чуть, ребят, чуть-чуть. Ай. Да, к сожалению, чуть-чуть не хватило. Блин, надо было сюда ударять. Ё-моё. Он бы добил бы того. Мы не справимся. К сожалению. Нет, 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 нет. Согласись, это мне не помогло. Нет, конечно же, не помогло. Ну что, ребята, вот и второй пак вождя. Крылатый ужас, громорук отпрыск, шепот смерти, молодой прыгун. Вот где мне этого молодого прыгуна получить, а? Никто не знает, и я не знаю. А хочется. Так, давай-ка мы заберем еще одну награду. Что там у нас? Ага. 535. Что-то тут их вообще как-то мало. Не, если бы был бы премиум пак, конечно, можно было бы накопить вообще все моментально. Тут по 500 наверху практически через каждый. Да, тут хватило бы на все. Что твоей душе угодно. Так, ну что, проверяем, все у нас пределы. За рыбой лети. Так, здесь еще что-нибудь есть? Кто-нибудь, что-нибудь есть еще? Малыши тут у нас крутятся. Все, да? Места в академке больше нету. Ну, тогда, друзья, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!